Так. Теплые вещи, предметы первой необходимости, новогодние подарки и письма с пожеланиями. В пункте сбора помощи, расположенном в Доме офицеров, не переставая, кипит работа. Волонтеры помогают расформировать принесенные вещи и продукты по коробкам, которые совсем скоро отправятся к своим получателям. Мы в преддверии Нового года решили порадовать деток и солдат. У нас большая миссия. Мы поедем в Луганск, в Запорожскую область, в Донецкую область, в Мариуполь, соответственно, в Донецк. Участие в сборе принимали неравнодушные жители округа. Также свою помощь внесли активисты из Одинцовской организации «Дети войны». Причем многие подарки к Новому году сделали своими руками. Екатерина Крамер, Олег Кривоножкин, телекомпания «Одинцова».